Так, Виктор, а какие тебе женские виды спорта больше всего нравятся? Синхронное плавание, я так понял. Да ну нахрен. Я прошу прощения у женщин, но женщина, которая занимается профессиональным видом спорта, она... Ну, не женщина, ну какая-то... А вот женщины, которые ядра толкают там... А, ну это да, конечно. Прикинь, как толкнет тебя, так улетишь куда-нибудь. Если мы видим ту же гимнастику, нет, они, женщины, да, там, вкуснятины и так далее, и тому подобное, обалденные, но мне, женщины-спортсменки, не нравятся. Профессиональные, я имею в виду. Не, а что, синхронное плавание, прикольная тема. Ага, плечи вот такие вот, как у дагестанского борца. Не, ну, это ж плавание все-таки. Ну, ты видел у них? Вот они, да, плечи. А что, у тебя такие плечи? Два, да? Раскачанные. Вот. Ну, они раскачанные, там будь здоров. Ну, будет тебя на руках носить. Куда, ёпта? Да параши. Ну, почему? В магазин. Скажешь там, Люська, в магазин неси. Взяла. Такая, на руки возьмет тебя. Выберешь какой-нибудь бухлишко, такой, Касси, Касси, подноси. Чик, поднесла. Да ну, нет. Это... Что мы возьмем нашу Ефимову, там, господи, Плавчиху, вот такие вот. Не, она вот маленькая, когда была, моложе, она еще ничего. Ну да, на рожу симпатичная, не фигура, а на рожу симпатичная. Да ну, а сейчас чем-то она похожа на Анастасию Стоцкую. А они, наверное, этот... Тестостерон там употребляют. А нет, а у них по-любому вот это хрень. Метандростенолон. Хоть одну Плавчиху вот, сиськами. Или хоть одну химнастику вот, сиськами. Да, там нет у них. Метан. Метан. А уж тем более ее штангисты, я его вообще не понимаю. Бабы штангистки. Трансгендер выступал. Ну это штангой. Показали там ужас какой-то, господи. Ну он дважды это какой. А что за транс? А, транс! С сиськами и с членом. Нет, австралиец. Ну, сиськи там ни хрен его знает, не видно. Нет, сиськи у него сделаны, а подожди, пипис, по-моему, у него болтается. Пипис болтается? Ну, да, по-моему. Ну, хрен его знает. Это что, я не понял. Это транс, короче, штангу поднимал, да? Ну, он себя признает женщиной, сказал, я женщина. Ну, а сказали, теперь уже не будет.